Так, это что-то пластиковое непонятное. Что это было? Так, это вообще непонятное, что это. Какая-то маленькая была деталь от машинки, не знаю. Так, маленькая микромашинка. Оп-оп, такая. Без дна. Так. Так, ну, в общем, решил я поделиться с вами сразу такой микроидеей, которая у меня возникла. Это вот то, что сейчас мне подарили. И с прошлой посылки у меня были еще как раз вот такие вот колеса. Кусок дна какой-то. И еще была вот такая фигурина. Я уже, правда, начал делать, потом решил на видео снять. Показать вам, что можно сразу экспромтом что-то придумать. И еще вот такая была деталь. Это я отрезал, тут я кое-что вырезал, вот эту детальку отсюда убрал. В общем, сейчас я кое-чего с нее слеплю, и вы посмотрите, что можно придумать. Так, первым делом мы берем ножницы по металлу или что-либо другое, даже нож канцелярский, обрезаем лишние выступающие элементы на дне какой-то старой пластиковой машинки, примеряемся и посмотрим, сколько нам нужно подогнуть. Я не хочу это дно, края обрезать, я их просто подогну и запрячу внутри, под кузовом нашего пикапчика. Еще раз примеряемся, выглядит отлично. Теперь мы будем ставить морду, но первым делом нам нужно отрезать вот эти боковые элементы, которые имитация выхлопных труб. Клеим на, ну, в общем, клеим пистолетом. Прихватили, потом я еще раз хорошо пройду. Теперь вот эти части нам нужно будет поставить вот сюда, чтобы трубы торчали прямо как в Hot Wheels из-под крыла. Но перед этим нам нужно вырезать внутренние части, чтобы село глубже. Смотрится отличненько. Вот я уже вклеил обе стороны. Получается как вылитый Hot Wheels. Ну и в этом стиле я и делаю. Примеряем еще раз. Смотрится зачетно. Вырезаю отверстие под крючок. Крючок будет самопальный из обычной медной проволочки. Сечением 1.5. Отлично смотрится. Так. Вклеил я его секундным клеем. Теперь беру я просто палочку от чупика. Обрезаю кусочек. И вклеиваю его под передние колеса. В общем, это будет ось. Вот что у нас получилось в итоге. Из тех деталей, которые здесь не показал, это передний кенгурятник сделан из алюминиевой проволоки сечением 2.5. Три стразины вклеены. Ну и в принципе все. Все остальное это те детали, которые я вам показывал. Ничего кроме здесь нет. Это вот эти три элемента из посылки от подписчика номер 5, и которая пришла посылка мне на 23 февраля, 6-я посылочка от подписчика. Так что я просто хотел вам показать, что можно сделать из такого вот, в принципе, хлама, да, назовем так. Идея родилась просто мгновенно, сделалась тут же, без каких-либо там особых продумок, задумок, вышла как-то так само собой. Всем, кому понравилось, не забывайте поддержать видео с лайком, обязательно оставьте комментарий, что вы думаете о моем странном, ну, имитации, так скажем, драгстера. Драгстер пикап. Всем спасибо. Пока. С вами был Сами с Усами. Будет еще много интересного. Заходите почаще.